Всем хай, с вами Стив Про, и сегодня первая часть выживания в Майнкрафте Pocket Edition. Собственно, это выживание мы начнем с самого начала. Узнать, что таких выживаний у нас на канале было очень много, но, друзья, это выживание я планирую довести до самого конца. Собственно, уже в начале видео я говорю, чтобы вышла вторая часть этого выживания. Давайте наберем 25 лайков, после чего я выпущу вторую серию. Ну, а пока что, друзья, давайте начинать рубить дерево, это самое важное в Майнкрафте. Ну и вы без меня знать, что это начало выживания. Собственно, нарубим 5 таких досок, друзья, точнее дерево, и давайте отправлять это путешествие. Ух ты, что же я вижу, друзья? Если вы внимательны, так же как я, очень внимательны, то впереди я могу вас обрадовать, друзья. Впереди у нас находится деревня. Ну а перед этим я хочу сказать, что мы будем играть на сложном режиме. То есть на легкий или там, друзья, вообще на одну палочку переключаться мы не будем. Мы будем играть все время на сложном. И нам очень повезло, что мы заспавнились рядом с такой деревней. Ладно, давайте посмотрим, что здесь происходит. Собственно, бегает житель. Что здесь растет? Так, кактус. Так, вы уже собираете, нет. Мне что-нибудь оставьте. Ну, житель, ну вы жители. Их сделали умнее, теперь они собирают эту пшеницу. Друзья, с одной стороны, это хорошо, если у вас есть своя такая ферма. Но если вы приходите на чужой огород, то, друзья, это довольно плохо. Ладно, соберем 6 пшеницы и сделаем 2 хлеба. Довольно неплохо. Но, собственно, жители, вы мне сильно мешаете. Ладно, вот здесь колодец, здесь у нас еще домики. И, собственно, нужно куда-то двигаться. Ну ладно, давайте. Ух ты, смотрите, кузница. Ладно, давайте сломаем вот эту шерсть. А, будут факела и будет шерсть. Довольно будет классно, друзья. Собственно, берем и давайте идти к кузнице. Я не ждал, что здесь будет даже кузница. Все-таки, друзья, деревня получается большая. Ну и что же у нас в сундучке? А в сундучке у нас железный меч, 2 яблока и конная броня. Ладно, оставим для коня, может быть, конь у нас будет. Ну а пока что нужно сложить семена. Они нам вообще не нужны, потому что выживание у нас будет большое, и поэтому места нам нужно много. Ладно, сделаем верстак, сделаем и так. И, друзья, собственно, сделаем кирочку, чтобы забрать нам нашу печку. То есть наши печки, здесь 2 печки, и давайте их заберем. Что ж, добро пропадать-то. Давайте берите из печки и будем продолжать наше выживание. Так, собственно, ломаем верстак. Да, логично, друзья, ломать киркой верстак, но ничего страшного, мы же просто развлекаемся. Ладно, больше ничего ценного я, по идее, не вижу. Кролики, смотрите. А хотя морковки здесь нет, я не знаю, почему они здесь водятся. По идее, они бегают там, где есть морковка, но морковки здесь нет. Так, все, редиску забрали. И, друзья, собственно, отправляемся в путешествие. Вы видите пещеры? Ну, вот в этих песчаных пещерах, к сожалению, ничего нет. И, собственно, давайте отправляться вот в биом саванны. Конь, конь. Ну, коня седлать мы не сможем, потому что мне понадобится хотя бы побольше яблок. Хотя бы яблок 15-10 мне хватит. Ну, друзья, ладно, допустим, мне хватит 2 яблока. Но где же я возьму седло? На седло я даже не знаю, из чего крафтить седло, вроде из кожи. Ну, кожи у меня вообще нет. Собственно, 2 коровы. Ну, кожа уже есть, но все равно ничего не получится. За 2 яблока мы ничего не сделаем. Ладно, давайте двигаться дальше. И вот наша первая пещерка. Посмотрим, что здесь есть. Во-первых, нужно, конечно, сделать каменную кирку, каменное оружие. Ну, печки нам уже не нужны. Так. Собственно, давайте делать нашу каменную кирку. Так, так. И, собственно, друзья, начинаем копать уголь, чтобы сделать наши факела. Ну, конечно, сначала скопаем наш камень. Ладно, друзья, угля здесь очень много, и поэтому мы сможем сделать хотя бы парочку факелов, которые помогут нам дальше в исследовании разных пещер. Ну, или даже при готовке разных там всяких, друзья. Ну, короче, при готовлении еды или переплавке руд. Ну, вот так, примерно вот так, и теперь мы это все забираем. Ну, наверное, хватит, потому что печки у нас есть, и оружие мы теперь сделаем. Так, делаем меч, топор. Хотя нет, друзья, меч нам не нужен, потому что у нас есть железный меч, этого нам уже хватит. И, как сказал, сделаем 2 хлеба. Ладно, собственно, теперь мы все размещаем как надо. Я люблю такой распорядок, потому что все лежит по другой. Так. Ну что ж, каменную, точнее, деревянную кирку мы выкидываем. И что же у нас находится вот, друзья, в той темноте? Ну что ж, вы готовы взглянуть? Ну а давайте посмотрим.
Собственно, там у нас тупик. Ладно, ничего страшного, будем выходить на поверхность и идти дальше. Чувствую, друзья, что пока что еще ничего интересного не нашли. Хотя, как не нашли? Мы нашли деревню. Это уже довольно большой экшен. Так, а почему... Так, подождите. А почему мы вернулись опять к деревне? Так, это наша деревня? Стоп. Да, это наша деревня. Ладно, разворачиваемся и идем в другую сторону. Ничего страшного, здесь есть даже овечка. Кстати, я тебя не видел. Ладно, давайте заберем шерсть. Нам осталась одна шерсть, чтобы сделать нам кровать. Ну ладно, я вижу пустыню и, друзья, что ж. Пустыню я пока не хочу, потому что, конечно, мы можем найти храм. Храм. Но ничего ценного больше мы не найдем. Пещер там ценных нет, и деревьев тоже нет. Собственно, друзья, идти туда просто так не надо. Ну и мобов, конечно, будет мало. Ну, будут злые мобы, но толку от них, конечно, будет, опять же, тоже мало. Ну, а сейчас мне нужно дерево, потому что я смотрел, что палок у нас мало, и, возможно, в будущем, когда мы будем ходить в пещеры, нам ничего не хватит. Ладно, бродит коровка. Вы видели тыквы, но собирать эти тыквы мы не будем, потому что, друзья, от тыков толку нет, потому что эндермира пока что нет. Ну и, собственно, маска от эндермена нам пока не нужна. Какая-то резвая корова, стой. Вот, все отлично. И, собственно, давайте идти дальше. Ну, пока, опять же, ничего интересного. Так, да, друзья, у нас две шерсти, вправду, я правильно все посчитал. Белая и черная шерсть. Так, курочка, привет. Хорошо, что это попалось нам. Курятина. Что ты делаешь? Что-то мобы слишком резкие, они бродят от нас, уходят, заплутаясь в каких-то, друзья, в кустах и, собственно, не дают, ну, не дают себя убить. Ладно, коровка, ну ты, да, ну все, с первого раза убили коровку, и давайте подниматься дальше. Так я понимаю, мы уже подходим к пустыне. Я не хотел, ну, пришлось, друзья. Мы будем теперь идти через пустыню. Может быть, что-нибудь ценное и найдем. Но я вообще не уверен, что мы что-нибудь найдем. Ладно, попытка не пытка, деваться нам все равно некуда, потому что биом из акации почти был закончен. И, собственно, мы видим вот эти кусты. Из них, вы знаете, что выпадают палочки. Но палочки мне пока что не нужны. Еда у нас есть, поэтому мы можем даже немного побежать. Но я не хочу прям до конца все тратить, потому что мы все потратим, а потом у нас будет настоящий голод. Ладно. Мы видим тростник. И видим бесконечную пустыню. Кстати, если кто-то играет на ПК, то вы знаете, что на пустыне, в пустыне точнее, много коней. Но здесь почему-то у нас коней вообще нет. Кролик, я тебя все равно убью. Давайте посмотрим, что с него дропнется. Так, так. И, ну, и, друзья, с него дропнуло мясо. Кроличье мясо, это довольно классно. Ну, а шкура кролика почему-то не дропнулась. Если она дропнулась, мы могли бы сделать ели. Ну, ладно. Собственно, пустыня, как понимаю, уже заканчивается. Вот этот куст, и, как видите, с него выпало две палки. То есть, не всегда с них выпадает что-то, с них может ничего не выпасть. Но сейчас нам повезло. Ладно. Все хорошо, давайте отправляться дальше. Солнце уже потихонечку садится, собственно, сейчас скоро будет ночь, и будет довольно темно, ну и, конечно, опасно. Ну, друзья, я еще раз напомню, набираем 25 лайков, и выходит вторая серия. Ну, я надеюсь, вторая серия будет немного повеселее, и я хочу сказать, хочу заранее сказать, что во второй серии, возможно, друзья, мы будем искать пещеры, потому что сейчас ресурсы нам очень нужны, и вот, к примеру, песчаная одна пещерка, что же мы можем здесь найти? Сейчас там, друзья, докажу, что ничего в ней нет. Опять же баг. Наверное, уже многих доконал этот баг, потому что он встречается что-то слишком часто. Ладно. Ну и, друзья, кроме угля мы больше ничего не видим. Как я сказал, песчаные пещерки, толку от них вообще нет. Я вообще не вижу, зачем их создали, не знаю, друзья. Ну, не знаю, ну просто вот смотрите, мы добыли уголь, ну и чего? У нас уголь для этого был, и по идее толку нет. Ладно, давайте уходить опять на поверхность и двигаться дальше. Пока еще не стемнело, нужно дойти хотя бы до какого-нибудь ценного биома, хотя бы до обычного биома. Но мы вряд ли выйдем обычным биомом, потому что из пустыни мы часто выходим в саванну, друзья. Ну и сейчас мы посмотрим, куда мы выйдем. Ладно, растут кактусы.
Точнее, да, ошибочка. И, друзья, солнце уже почти село. Ну ладно, не будем унывать, мы будем идти дальше. Но кактусов здесь очень много, и что же я вижу? Как я сказал, мы выйдем где-то с саванны. Друзья, если я неправильно что-то сказал, то есть про биом, я вроде думаю, что это саванна, потому что здесь растут акации. Но ничего страшного, собственно, мы сейчас уже дошли до ценного биома, и ночь там уже не страшна, потому что здесь нас почти никто не убьет, и мы можем куда-нибудь спрятаться. Ну, а пустыня такой мы могли сделать, но, друзья, мы были слишком на виду. Ну, а здесь уже немного по-другому. Ну и здесь мы, конечно, зайдем уже в какую-нибудь пещеру, найдем что-нибудь еще, и ресурсов здесь уже довольно много. И, собственно, травы здесь тоже много, ну и деревьев тоже много. Но пока что ничего ценного я, опять же, не вижу. Погружение в воду пока что нам это не надо. Дайвингом мы пока не занимаемся, потому что в воде у нас ничего ценного нет. Когда добавят подводный храм, то будет, вот, друзья, вот это будет экшен. Мы будем погружаться на максимальную глубину. Будем делать зелье подводного дыхания или что-то в этом роде. Ну, а пока мы убьем вот этих бедных коров, которые ничего не ожидали и вдруг умерли. Неожиданная смерть наступает резко и быстро. Я не знаю, друзья, зачем я сейчас это говорю. Я уже устал это снимать выживание, потому что мы без толку ходим, ничего ценного мы не видим. Я вижу только скелетона. Ну, ладно, давайте его убьем и, наверное, закончим серию. Потому что серия... Ну, друзья, эта серия провал. Ну, ладно, собственно, друзья, на этом все. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал.